приходят дети. Хорошо, дети приходят. Вопрос тебе. Что ты выберешь? На всю жизнь оставшуюся ты становишься руководителем передвижного зоопарка, либо ты попадаешь в секс рабство к Александру Реве. А я что-то тут вообще плохих вариантов не увидел. Оба варианта подходят. Так, хорошо, можно выбрать оба варианта. Я оба хорошо, выбираю. Давай, да. Давай. Что бы ты выбрал? Хороший вопрос. Путина. Правильный ответ. Давай, Миша. Так. Либо у тебя обе руки правых, а ты левша. Либо у тебя две руки левые, а ты правша. Обе правые руки. Мои. Потому что двумя правыми руками играть на бас-гитаре в коллективе Марины Хлебовой гораздо проще, чем двумя левыми. Очень простой вопрос. Так. Что ты выбираешь? Переспать с одним мужчиной, либо переспать с двумя мужчинами? Выбирай. Я не вариант хочу один, выбирать один вообще. Вариант. Итак. Я выбираю... Выбирай ты. Выбираю... Я... Их можно замкнуть на себя, я сам пойду. Все, давай последний вопрос. Блин, еле ответил. Вань, либо ты предаешь Россию, либо у тебя голос как у Аверпуха. Я вспомнил этот голос. Дорогая Россия, прости меня, но я не могу допустить того, чтобы ты страдала от того, что у тебя в стране два человека разговаривают таким голосом. Все, Миш, все. Классная игра. Ой, ну про этих двух мужчин, конечно, ребята. Миш, ну ладно, ну что? Ну как ты, я не знаю, что это. Напиши песню и будет... Ладошки вспотели. Так обычно и бывает. Откуда я знаю? Я тоже не знаю, со мной впервые это. Миш, 40 лет, пора открывать новые двери. Михаил Галустян! Юмор-ФМ. Шутки. Хорошая погода на Юмор-ФМ. Ну, согласитесь, мы с вами становимся бодрее и веселее, и погода за окном теплее. Уже плюс 15, показывает наш термометр. По-прежнему ясно и солнечно, ветер дует с севера, и скорость всего 4 метра в секунду. Сегодня днем обещают нам синоптики ясную, без осадков, погоду. Воздух прогреется до 21 градуса, ну а вечером после работы можно немножечко и прогуляться, потому что снова отличная погода, от 16 до 18 тепла и никаких дождей. Ну, собственно, никаких дождей и в городе Масауа, это в Эритрее. Там с самого утра стоит жара, плюс 36 на местном градуснике, по ощущениям плюс 41. Хотя местами и облачно, но вот, как я и сказала раньше, дождем не пахнет. Да еще, кстати, море красное зовет. Как в такой обстановке работать? Давайте-ка мы в Москве останемся, у нас идеальная погода для вторника. Юмор-ФМ. Всегда хорошая погода. Реклама. Гипермаркет «Планета одежды и обувь». Миллионы идей для стильных людей. Собираемся в школу вместе с «Планета одежды и обувь». Большой ассортимент стильной школьной формы и обуви по доступным ценам. А также одежда и обувь для всей семьи. Ведь модно не значит дорого. Ждем вас. Улица Армавирская, 233. Рядом с продуктовым «Доброцент». Клиника, которую вы искали. Центр превентивной медицины в Ейске. Ваш доктор, клиника Садовского. Новый формат медицинских услуг. Детокс, оздоровление, омоложение, комплексные индивидуальные программы по улучшению работы организма и снижению веса с проживанием в лучшем отеле Ейска. Взрослеть, но не стареть. С нами реально. Ждем вас по адресу. Город Ейск, улица Мира, 124. Телефон 509-08. Лицензия ЛО 2301-8128-26. 11 октября 2018 года. Имеется противоположность. Показания. Проконсультируйтесь с врачом. Куплю аппарат самогонный и дрожжено, чтобы взять. Убил бы огромный и сколкой буду я гнать. Ждем вас. Город Ейск. Улица Красная, 43. Напротив. Миром умирающий лебедь. А уже в 40-93-93. Ейский дельфинарий, океанариум Акулири и аквапарк Немо приглашают вас окунуться в
в мир захватывающих летних развлечений. Шоу морских млекопитающих в дельфинарии, обитатели океанариума Аквилина и развлекательная программа Аквапарка Немо никого не оставит равнодушными. Город Ейск, Таганрогская набережная. Телефон для справок 8-918-430-88-28-0+. Чем бы вы ни занимались, первые шаги, маленькие победы или большие свершения. Главное, чтобы рядом был надежный помощник. Позитроника. Всегда выгодно и удобно. Купи смартфон Samsung Galaxy A21s всего за 14 990 рублей. Покупайте, уточняйте, вот так, кстати, увидите, позитроника и на сайте позитроника.ру. Металлолом по очень выгодным ценам. Точное взвешивание на электронных весах. Демонтаж, погрузка. Адрес: город Ейск, улица Киевская, 20А, пересечение Мичурина и Киевской. Телефон 50555 или 8-918-030-98-10. Телефон рекламной службы Юмор ФМ Ейске 222-10.